50 килограмм. Встречается Бисултанов с греком. Каразас. За выход с татами грек получил шидов. Шида, грек получил чуй. Не вниз, дали кейкаку. Бросок оценили на япон. Схватку выиграл Бисултанов. Весовая категория 60 килограмм. Встречается Бисултанов Россия, Лаурен, Финляндия. Thank you.
оценили, насколько финал. Траутман, Германия. Thank you.
категория 60 килограммов. Борьба за выход в финал. Бисултанов, Россия, Ботев, Болгария. Пишите, как Калишвили, что? Сейчас. Что на том ярко, трико шато нашим и на дикти категории Андрон. Что Германия, как Калишвили, Георгия. Next fight on mat A. Что Германия and как Калишвили, Georgia. To be prepared for the last fight of the open category of men, Van Barneveld, Belgium, and Dreyfus, France. Thank you.
этой весовой категории. Финал весовой категории 60 килограмм. Встречается Назим Гусейнов, Азербайджан, Бисултанов, Россия. Назим Гусейнов, чемпион Олимпийских игр 1992 года. Чемпион Европы 1992 года. Лучший дзюдоист Европы 1992 года. Бисултанов, чемпион России прошлого года. Техническое действие не оценено.
только выиграл на зимке сене и стал чемпионом Европы во второй раз.